Знаешь, за что задержан? Дома еще через, кроме флага украинского. Больше ничего. Точно? Да. ФСБ России по Саратовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Саратовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 прим. 1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса России. Реализованным комплексом оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с октября 2022 года по июль 2023 года подозреваемый осуществлял склонение гражданина Российской Федерации к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций. Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 1 прим. 1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса России «Содействие террористической деятельности». Расследование уголовного дела продолжается.